В Мексике конфисковали почти 2 тонны кокаина. Лодку с наркотиками обнаружил один из самолетов во время патрулирования в 87 морских милях от побережья Акапулько. Военно-морские силы Мексики конфисковали около 2 тонн кокаина на судне у южного побережья Тихого океана. Об этом сообщил Associated Press в пятницу, 10 августа. Отмечается, что лодку, на борту которой оказался кокаин, обнаружил один из самолетов во время патрулирования в 87 морских милях от побережья Акапулько. На борту находилось 75 упаковок с кокаином, общий вес которых составил порядка 1,86 тонны. В результате операции был арестован один человек, гражданин Эквадора. Ранее на этой неделе в порту Антверпена бельгийские таможенники изъяли 1,5 тонны кокаина из Колумбии. Эту партию наркотиков оценили на сумму более 75 миллионов евро. А накануне в итальянском Палермо обнаружили 20-тонную партию гашиша на судне под панамским флагом. Были задержаны 11 членов экипажа. Все они являются гражданами Черногории. Стоимость гашиша составляет 150-200 миллионов евро. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.